к штатной мультимедийной системе современного Mercedes подключен цифровой DVB-T2 ТВ-тюнер, который работает практически на любой скорости. И он не просто подключен, он максимально полно интегрирован в штатную мультимедийную систему. Управление звуком, выбор режимов посередине, на весь экран, или часть под ТВ-тюнер, часть выводит штатную информацию. Также выбор каналов. В Москве это 30 каналов, в других регионах по 10 каналов. Обратите внимание, все штатное осталось без каких-либо изменений и ограничений. Как будто ничего не установлено дополнительного. Функции работают параллельно друг с другом. Или штатное, или дополнительный цифровой DVB-T2 ТВ-тюнер. Обращайтесь.